Краевой театр драмы подхватит эстафету Всероссийского театрального марафона. В эту пятницу во Владивостоке будет дан старт крупной культурной акции. Символ марафона друг другу будут передавать театры страны. 23 февраля Бурятский театр кукол передаст эстафету Новосибирскому глобусу. А 26 числа этого же месяца символ театральной акции приедет в Барнаул. Академический молодежный театр столицы Сибири на сцене драмтеатра покажет 3 спектакля. После уже наши артисты отправятся с гастролями в Горно-Алтайск. Там они представят зрителям «Блудного сына», «Зойкину квартиру» и не только. По словам директора Краевого театра драмы, до этого марафона у творческой группы долгое время не было возможности выезжать с такими серьезными постановками. Нынешнюю поездку полностью финансируют организаторы всероссийской акции. Вот этот марафон, это супер здорово, это, конечно, очень хорошо. Это хорошо и для театров, потому что, ну, кому-то повезет, они поют не в Горно-Алтайск, а куда-то подальше. Вот. А, ну вот, я разговаривала с художественным руководителем и директором «Глобуса», они просто в восторге. Алексей Михайлович Крикливый говорит: я так мечтал попасть в Барнаул когда-нибудь с гастролями, и вот вдруг такое счастье.